Так, и давайте сразу же переходим к первой работе, которая называется Real Space Combat Sim. К сожалению, имена автора пока для нас сюрприз, можно сказать. Игра представляет собой симулятор космоса. Так, сейчас развернем в полный экран. Что-то не разворачивается. Так, ну, в общем, мы летим на корабле по некой орбите. Навстречу нам летят разные объекты. Иногда еще всплывает другой корабль в зоне видимости. Но в этой игре есть фишка, что можно сделать вот так вот. Что очень, как вы понимаете, масштабно. Да, я вижу, что мы по какой-то орбите летим, и ты врезался в Землю. Еще разок. Так, вот это орбита, вот это Земля, вот мы летим. Управление осуществляется мышкой и клавишей V, которая увеличивает скорость. Но, к сожалению, кроме увеличения скорости ничего сделать нельзя. Но можно стрелять по врагам. Но фишка этой игры, как я понимаю, что вот судя по тому, что мы видим сверху M-Script Ungenerated, то она написана, видимо, на C++ и скомпилена в JavaScript, насколько я знаю эту технологию. То есть это что-то такое экспериментальное, нет, ну, я думаю, технологически интересное. Но все-таки фишка здесь, конечно, что это трушная физика. Но я думаю, что наши зрители смогут лучше нас сыграть в эту игру. Да, перейдем к следующей работе. Это была работа номер один, Real Space Combat Sim.